Вот пошел я за грибами по лесу и обнаружил вот очень опаснейшую штуку. И очень редкостную. Вот сухое дерево. И вот как его тут спилили. Как? Вон висит пень над уровнем головы. Если кому-то эта штука упадет на голову, хорошего в этом будет очень-очень мало. И кто же его тут так не допилил? Вот красота какая, а! Сухое дерево, вот, а вокруг и ни пенька нету, и ничего более. Что висишь, качаясь?